На протяжении 3 месяцев часы, которые установили на школе в центре города, не работают. В связи с этим к нам в редакцию поступает много звонков от жителей. За то время, пока работали часы, жители привыкли сверять по ним время. Да и температуру воздуха они узнавали по ним. Но в сентябре после сильной грозы часы вышли из строя. И часы надо. Мы будем смотреть время, чтобы не запаздывать никуда. Идешь сразу время глянешь. Удобно, конечно, очень даже удобно. Обязательно нужно. Идем утром работать. Прям всегда смотришь, а сейчас нету, плохо без часов. Часы обязательно нужны. В ближайшее время, как нас заверило руководство школы, часы отремонтируют, и они возобновят свою работу.